Здравствуйте. Наше общение с футболистами Ростова, с руководством этого клуба, теперь происходит только на уровне посещения съемочной группы футбольной базы. И это не связано с тем, что футболисты Ростова не хотят приходить в студию. Они не могут. График у команды напряженный. И ни в коем случае ничто не должно помешать настрою, который сейчас воцарился в команде. Победный настрой, видимо, меняется. А точнее, воспитывается психология победителя. Молодцы, просто прелесть. И ту игру здорово сыграли, и в Краснодаре. Просто, да я вообще не ожидал, они что сыграли. Обыграют. Да, да, прелесть, здорово. А думали, что будет ничейка? Нет, думал, что проиграют. Да. Молодцы, Мариночка. Предположения действительно были разные. Кто-то очень хотел, чтобы мы сыграли в ничью. Точнее, не то чтобы хотел, а надеялся, что будет ничья. Краснодар в ударе. Прекрасно провел предыдущие матчи чемпионата. Кто-то втайне думал, что мы проиграем Краснодару. Однако все вышло с точностью да наоборот. Я ничего не бочка. Нормально, это вообще для нас была большая потеря и Протикоса, и Гацкан, и Канга, и Дяков. Но это тоже всегда шанс для других, чтобы проявили себя и чтобы показали, что они, может быть, должны играть. Так что я очень доволен с этими ребятами, которые играли. И рад для них, потому что не просто так без игровой практики выходит на поле. Сейчас рад, доволен. В игре немножко волновался, наверное. Давно не играл, а так. Ну, просто ждал, на самом деле. Хотелось очень играть. То есть эмоции такие, конечно. Ну, хорошо, что сильно не переволновался, поэтому результат, соответственно, ноль. Самое главное для вратаря. Ну, сидеть-то чуть-чуть обидно. Нисколько обидно, тяжело, наверное, больше тяжелее сидеть. То есть вратарь все-таки один, наверное, ему подольше приходится сидеть. Поэтому без игровой практики тяжко. Как-то там мастерство не пропьешь? Ну, если оно есть, наверное, да, не пропьешь, но все-таки все равно оно где-то и какие-то интуитивные, наверное, притупляются там эти все возможности, не знаю. То есть тренировка, играет совсем другое. Психологический накал, там, атмосфера. Хорошо, что все так закончилось. Первый тайм могу сказать, что мы были лучше там и больше контролировали мяч. И, у них не было никакого момента в первом тайме. Второй тайм они начали чуть-чуть нормально, чуть-чуть посильнее и пытались отыграться. Но слава богу, там в обороне вообще здорово сыграли и не позволили это. Я очень рад, потому что мы прерывали какую-то неудобную традицию там с этими играми с Краснодаром, так что продолжаем работу в хорошей атмосфере. Ксулу здорово сыграл, да? Да, да. I felt very good, especially for the team's performance. We did very good.
Я чувствовал себя хорошо перед этой игрой. Краснодар очень сильный клуб, но мы показали командный характер. Этот характер, наверное, заметен в последних 9 играх, что говорит о том, что команда сплочена как никогда. Приятно чувствовать себя победителем. Я старался успевать практически на любой позиции, и это потому, что набрал силы. Каждый день я стараюсь совершенствоваться для того, чтобы стать быстрее и осложнить игру соперникам. Мы вообще в защите хорошо сыграли. Баштуш, Милич, Логашов, ну, в общем, вся команда. В частности, с Баштушем мне легко играть. Мы понимаем друг друга, живем в одной комнате, хотя со всеми игроками мне комфортно. Мало-помалу темнокожие легионеры учатся русскому языку. У них это великолепно получается. Преуспел лучше других в этом, конечно, Канга. У Баштуша дела обстоят сложнее, поэтому с Баштушем, защитником клуба, мы общались через Панголя, через нападающего все того же клуба. Флоран перевел нам все, что можно было. Кстати, один вопрос был задан и Флорану. Come here. Ну, буду переводить, а что делать? Все пиши, мы репортаж пишем. Где Паша? Флоран, тебе можешь привезти. Кто? Флоран тебе привезет. Флоран, if it is possible, help us. With the Bastos, okay? I'm okay here, translated for the moment. No, 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 just a little bit. Okay. Pelo resultado que temos feito, sinto muito melhor, né? Feliz. He says that after the last result, he's feeling more happy. Естественно, что первым был вопрос, как чувствует себя Баштуш. Вот сейчас совсем хорошо. После победы легко тренироваться, легко общаться. Я не совсем залечил травму, но ничего, уже лучше. Ростов потихоньку становится родным. Вначале было, конечно, очень тяжело. Один из вопросов, наших вопросов, был адресован Синома Панголю, математику от футбола. Меня считают самым мудрым болельщики. Это опыт, и согласитесь, игровое мышление приходит не сразу. Несмотря на опыт, тренируюсь каждый день и каждый день стараюсь расти. Передавать свой опыт молодым – это каждодневная работа, очень важна в футболе. Флоран Синома Панголь знает 5 языков, русский понимает, но в любом языке, прежде чем начать говорить, необходимо понимать. В семье у Флорана говорят на английском, хотя в ближайшее время он четко намерен говорить на русском. Yeah, English, but well, I would love to use soon Russian. Okay. Yeah. For instance, I want to eat. Я есть хочу. Wait. Just a minute. One minute. Но Баштушу все нравится в Ростове. Особенно комфортно он себя чувствует в команде, где атмосфера положительного роста и стремления коллектива к победе, дружеские отношения. Все это способствует тому, что наш защитник играет все лучше и лучше. После матча с Краснодаром, да, собственно, и после других матчей чемпионата страны, Миодраг Вожевич дает отдохнуть тем, кто играл, и жестко тренирует тех, кто сидел на скамейке. На этот раз изменений в планах главного не было, и мы
с радостью почувствовали себя в группе игравших, поскольку те, кто играют, думают об одном, а те, кто сидят у экранов телевизоров или на трибунах стадиона, практически проводят 90 минут в таком же напряжении и, выходя, чувствуют при победе радостное волнение во всех членах и горестное чувство в сердце при поражении. Опять же, будем надеяться, что поражений будет все меньше и меньше, что, собственно, доказывает футбольный клуб Ростов своей игрой. Надеюсь, что не сглазим. А можно как-то рядом с вами пробежаться? Не-не. Можно, как, наверное. Как вчерашний матч? Тяжело. После вчерашнего матча устали чуть-чуть. Ну, на самом деле, тренер очень доволен. Да, конечно. На выезде выигрывать 2-0. Все довольны. А может, у вас есть мнение, почему вы на выезде так играете лучше, чем дома? Ну, мнения нету, если честно. Может, потому что у нас сейчас такой график, что на выезде больше игр. И нам в каждой игре надо все равно побеждать. Говорит, но вы сейчас себя увереннее же чувствуете. Ну, конечно. Когда играешь, чувствуешь уверенность и прибавляешь от игры лучше и легче прибавлять. Good run, eh? Fucking good run. Да. Сейчас кислород надо. Калач, посчитай. Я его не поймаю. Мы продолжаем работу в хорошей атмосфере. На скамейке запасного поля о чем-то тихо шептались Артем Дзюба и Миодрак Божевич. А о чем с главным секретничали? А? С главным о чем секрет? Секрет. Это секрет для всех, да. Так, по душам поговорили. По душам в чью пользу? Да, каждый свои какие-то определенные вещи сказал, мы друг друга поняли, поэтому так иногда общаемся, редко, но общаемся так вот на поле, поэтому очень хороший человек у нас тренер, и приятно услышать его вот это, такие наставления там и какие-то мысли, потому что, как правило, тренер у нас редко ошибается в своих там каких-то мыслях. Так, может, вы уже и приживете здесь? Я как-то так и прижился здесь, честно, у меня такое прям на душе такое, знаете, прям такое умиротворение. Я получаю удовольствие просто от всего, от коллектива, от всех вот людей здесь работающих. Просто, не знаю, на душе приятно так находиться здесь. И от нас тоже? От всех, от всех. Все очень приятные, улыбчивые, добрые. Такая. Сейчас еще погодка наладилась вообще. И мы выигрываем. Вообще все хорошо. И хотелось бы, чтобы это продолжалось. Мы будем работать, стараться, чтобы это так все и было солнечно. Не расслабитесь на кубок? О, нет, мы наоборот, как бы вот, единственное, я думаю, расслабленность точно не будет. Будет нервозность, наверное, будет такая вот, витать этот. Потому что даже с ротором это чувствовалось, какой накал был. Потому что все понимают, что это очень важный матч. Сейчас важный матч для нас, наверное, самый важный матч года. Поэтому мы его ждем с нетерпением. Уже, честно говоря, хочется поскорее, потому что он все время в голове сидит. Уже хочется уже меньше думать, а выходить и постараться выиграть. А что, не бегаешь сегодня? Небольшие повреждения и немножко дал паузу, потому что побаливает много мест. Вчера очень трудный матч был, дался тяжело, потому что покрытие меняли, были в Казани на искусственном поле, безобразном играли. После него очень много проблем сразу выскакивает. Ну, все, кто знает, искусственное поле, это очень для футболистов очень плохое для здоровья. Поэтому потом сейчас газон был очень хороший в Краснодаре, и вот немножко такие маленькие пакости повылазили, тут меня вот лечат. Хорошо, что маленькие, лучше бы вообще не вылазили. Ну, так не бывает, если ничего не болит, значит, ты уже мертв, поэтому это хорошо, пусть лучше по чуть-чуть выскакивает, которым можно что-то сделать, чем сразу, вроде ничего, и бац, и что-то серьезное. Ну, во-первых, посмотрим. Что касается нас, за нас самая важная игра, это игра, которая будет
после Терека с лучшим энергией здесь в полуфинале Кубока. Много здесь неудобных игр было с этим кубком. Вспомните эту игру с Аланиум, когда когда Ростов был должен попадать в финале, но проиграли по пенальтиму, так что мы должны очень серьезно подготовиться к этой игре. Но нормально, там с Тереком тоже у нас сейчас выбор такой игроков чуть-чуть получше, чуть-чуть побольше, так что можем позволить себя и ротироваться составом. Вот эта психология наша, она меняется? Психология победителя, вот сколько матчей удачных вы провели? Ну, я думаю, что ребята поняли, можно выигрывать любого. Если бьемся как команда, если как команда стоим там, можем выиграть любого противника. Поэтому думаю, что они это поняли. По имени Ильянов хорошо вошел? Ильянов тоже, он долго был травмирован. И вообще очень просто выходить на поле, когда команда выигрывает, но обороняется. И там на 10-15 минут это... Самое лучшее – это для нападающих. Они могут стать героем. А Свет и другие, которые выходят на поле, им трудно влиться в игру команды. И не навредить. Да. Им нужно чуть-чуть времени, чтобы посмотрели, где они находятся. Так что вообще думаю, что тоже будет хороший. Чем больше удачных матчей, тем вы сосредоточеннее. Ну, понятно. Понятно, да. Мысли. Ну, нам вообще не надо думать очень далеко от игры к игре. Так что вообще мы очень близко, чтобы выполнили нашу задачу, но наша задача тоже есть быть профессиональными и играть на клуб, для болельщиков тоже. Так что будем стараться вообще радовать еще, сколько будет можно. Еще один хорошо известный человек был замечен на той же скамейке. Очень рад тебя видеть дома. Спасибо. Я тоже очень рад оказаться в знакомых мне местах. Это что теперь, новости, да? Ну, сейчас прохожу стажировку. Спасибо Миадрагу Божевичу, который дал мне добро пройти у него. Сказал, поможет. Расскажет программу тренировок. Все, что мне нужно будет. Спасибо ему огромное. А это сложилось тренером стать давно? Ну, давно не могло сложиться, потому что я закончил недавно. Но, в принципе, желание было. В любом случае, я попробую это. Понравится мне или нет, ну, думаю, что понравится. Ну, думаю, что, учитывая мою карьеру, все-таки нужно попробовать хотя бы. В твоей судьбе было много тренеров. Каким бы ты хотел быть? Ну, наверное, нет идеального тренера, как нет идеального человека. У каждого тренера своя система организации тренировок, подготовки игр, психологические приемы. Ну, скажем так, все тренеры, с которыми я работал, они что-то дали мне. Кто-то больше, кто-то меньше, но, скажем так, у меня не было таких тренеров, про которых бы я сказал, что это было пустое время. То есть ты будешь добрым, справедливым? Ну, насчет доброты я не знаю, потому что тренер, наверное, не должен быть очень добрым. Потому что все-таки определенная жесткость в этой профессии нужна. Добрым в жизни – это одно дело, а добрым в работе здесь все-таки… Сожрут. Футболисты подспудно эту доброту иногда принимают за слабость. За слабость, да. Поэтому, скажем так, нужно золотую середину искать. А сколько учиться? Ну, сейчас я уже заканчиваю, у меня в конце мая и начале июня еще сессия, экзамены будут в начале, в середине июня. А начал учиться, ну, в конце октября прошлого года. Потом будешь какой-нибудь английский клуб тренировать?
надо начать с чего-то. Хотя бы помогать кому-то увидеть, как это со стороны выглядит. Потому что одно дело, когда ты находишься на поле, то есть даже смотря игру просто со стороны, не будучи тренером, то есть все равно ты видишь, что она выглядит по-другому. И с трибуны, даже сейчас, вот я как раз сходил на матч, ЦСКА приезжал, то есть, ну, с трибуны футбол выглядит, конечно, он другой, чем по телевизору, и тем более он другой, чем с поля. Ну, вы что-то хотите пошли? Я будущий тренер. Ну теперь-то можно? Да нет, конечно. Ну да, почему? Не подходите ко мне больше. Ну и горюшь. Ты правильная девочка. Так, Марина, отстань. Вот, вот. Это я уже записала. Вот, да, ну ты что же выиграл? Дубль 2. Как бы то ни было, что будет с Териком 12 апреля, что будет в розыгрыше Кубка 17 апреля, эти вопросы задает себе каждый болельщик. И футболист, конечно, тоже. Но если мы и они, и мы будем надеяться на победный исход этих встреч, то, видимо, так и произойдет. Мысль вырабатывает желание победить, а желание победить, большое желание победить, всегда приводит именно к заветной цели. До вторника. До свидания.